Следующий участник кастинга Central Asia's Got Talent Евгений Побелов пришел к музыке не случайно. В доме царила всегда, да, царствовала всегда музыка, скажем так, очень серьезная. Мой отец серьезный гитарист, певец. Он с детства меня пропитывал рок-музыкой интересной, интересной поп-музыкой. А мой дед был джазовый пианист, то есть я сам вырос как пианист. Евгений не первый год выступает на сцене. В музыкальном мире он уже известен под псевдонимом «Перский». Летом прошлого года парень выпустил дебютный альбом под названием «Гипноз». В нем 11 треков, которые я все написал сам, сам написал текст, сам написал музыку, сам сранжировал, сам свел все это дело. Конечно, любой артист, который пишет песни, он волей-неволей как-то влияет на умы людей. Я отдаю себе всегда отчет, потому что то, что сделано, должно быть сделано хорошо, должно быть сделано качественно. Добрый день! Добрый. Как дела, дорогой? Очень хорошо. Я вот просто смотрю на ваш безымянный палец. Так. Вы уже окольцованы? Да, уже давно. Уже давно? Ее зовут Яна, это моя любимая супруга. Ну давай передавай привет Яночке. Я передаю привет моей Яночке. В данный момент сегодня я повез ее в роддом на самом деле. Да ты что! Я думал, я сюда не попаду на самом деле, но я вырвался и приехал. Все, давай, ждем хороших вестей. Спасибо. Давай, дорогой, поехали. Fine light in a beautiful sea, I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. All right away. At first I felt the energy of sun rays. I saw the light inside your shine bright. Tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. I'm so high, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oh, shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright tonight, you and I. Спасибо. Очень профессионально. Профессиональный музыкант, и все это чувствовалось. Спасибо вам, очень классно. Спасибо, очень приятно. Спасибо. Когда ты любишь то, чем ты занимаешься, ты просто наслаждаешься, ты не устаешь. Это не надоедает никогда. И в ваших глазах, в вашем голосе, в вашем в каждом движении было видно, что вы с любовью это делаете. Очень приятно. Я вот по глазам вижу, что вы фанат своего дела. Вы абсолютно правы. Вы прям на 100% выложились. Сейчас мне очень понравилось ваше исполнение. Это же Риана, из репертуара Риана. Мне кажется, вы ее лучше спели. Спасибо, это очень, очень лестно. Я знаю, что такие люди, как ты, у которых и со слухом, и со вкусом все в порядке, они никогда не позволят себе сделать какую-то некрасивую вещь. Вот. Но самая красивая песня ждет тебя впереди. Мы ждем хороших вестей оттуда. Я тоже. Пока первая приятная весть. Да! Спасибо.
творчество в вашей душе – это даймонд настоящий. А я скажу «да» вашему творчеству. Спасибо большое. Я говорю «да». Спасибо большое. Спасибо вам. Ну все, давай, собирай инструменты и езжай в роддом. Ты должен быть рядом с ней. У тебя 4 «да». Спасибо большое. Ты можешь спокойно ехать. Ты проходишь в следующий тур. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.